каждый день, что он может сделать, это вот, вот так. Так что подумайте об этом. Вы спрашиваете, типа, вот, вы, типа, можете то-то, то-то, вместе с тем, с ваших книг и статей можно узнать, что вас чисто обманывают пациенты, не оплачивают лечение, Архангельский губернатор не выполняет обещания, у вас основной организатор курсов в Архангельске и так далее, и так далее. Типа, в чем дело? Да дело в том, что, понимаете, я всегда даю человеку шанс. Это тест на вшивость. И зависит, как человек поступает. Я прекрасно знаю, но считаю, пока человек не сделал действия, его за это нельзя наказывать, правильно? Вот каждое действие человека, во-первых, изначально, когда я только начинал, я был действительно, думал, что люди хорошие, все, знаете, все, мы воспитываем действительно добрые и так далее, и так далее. Подлостью, в детстве мне мало приходилось сталкиваться. И поэтому, естественно, у меня было открыто. А потом, естественно, пришлось столкнуться в силу того, что я делал. Естественно, это было неприятно, когда люди лгали, обманывали и так далее. Но что я этого потерял? Я ничего не потерял. А кто потерял? Только те люди, которые... Насчет Архангельского губернатора, я прекрасно знал, что они не будут ничего выполнять. Но меня тогда убедили, что я ошибаюсь, Россия изменилась, сейчас другие условия, и что вот у них есть хорошая идея. Я говорю, ну, я поверю, что я ошибаюсь. Надо было не поверить в этом плане, понимаете? Но вы знаете, в чем? Опять-таки, кто от этого проиграл? Я от этого никак не проиграл, опять-таки. Почему? Потому что что это привело? Это привело то, что тот человек, которым я помогал в Архангельске, к примеру, те люди, они, да, получили что-то, но в этом плане они потеряли гораздо больше, во-первых, и дискредитировали самих себя перед другими, и так далее, и так далее. То, что в Архангельске организаторы школы Архангельской опять-таки обманули, что я потерял? Это? Да, я прекрасно понимал, что они могут обмануть. Я уже, если вы читали мою, я после первого раза мягко показал, что я не дурак, что мне все-таки дурить не стоит. Ну что, я буду бегать с пистолетом им, или посылать там рейдеров, чтобы они вытрясали. Это не мое дело, извините, я так не вел. И никогда не буду вести, мне это не нужно. Каждый получит наказание, когда ему придет. Некоторые получают сразу, некоторые позже, в зависимости от тяжести преступления. И я тоже наказываю, только своими способами. И я не стреляю людей, и детей не режут, так сказать, как некоторые убивают деньги и тому подобное. Поэтому что? Деньги – это тлен. Да, они нужны, но из-за них я никогда не буду опускаться до уровня тех, кто это делает. Поэтому это не с тем, что слепой и так далее. Просто человеку всегда, считаю, нужно дать этому самому последнему человеку последний шанс стать человеком. И если он не становится человеком, ну, что ж поделаешь? Это проблема уже этого человека. Так что здесь несколько другое объяснение тому, что происходит, чем кажется на первый взгляд, или, может, кто-то специально распространяет. Опять вопрос, отвечал на него, опять-таки. В одной из ваших книг написано, что планета Дея была разорвана гравитационной силой планеты Икс. Оставлено риски известно, что планета Дея была уничтожена коварными кощеями правителей Сиры. В одном из ваших смыслов говорят о том, что планета Икс навсегда покинула пределы Солнечной системы, и в интернете появилось сообщение о том, что планета Икс приближается к Земле. Во-первых, следующее. Я объяснял, ну, видно, нужно еще раз объяснить, что, опять-таки, внимательно читайте те же самые славяно риски и веды. Там говорится не только о планете уничтожения Деи паразитами, кощеями. Там уничтожались целый ряд планет, которые тоже уничтожались. Но уничтожение планеты подразумевало уничтожение на ней жизни, превращая живую планету в мертвую безжизненную пустыню. Там, к примеру, очень хорошо расписывается Трояна. Там не значит, что планета перестала существовать. Там описано, что когда черные силы уничтожили ту же самую планету Трояну, не только ее, там целый ряд планет описывается. Просто там все обуглено ядерным взрывом, все мертвое. Разрыв гравитационной силами на части и уничтожениями планеты как живой – это две разные вещи, поэтому никаких противоречий нет. Это первое. Второе. Насчет того, что планета Х никогда, опять в интернете появилось сообщение. Дело в том, что планета Х покинула, это была катастрофа, в 2003 году должна была быть. И планета Х ушла по 90 градусов, ее орбита изменилась и ушла. Это было зафиксировано
Хаббл телескоп и другими реальными приборами. То, что приближается к планете Х сейчас, это никакими фактами такого плана, как фотографии телескопов, нет. Это просто очередная утка. Скорее всего, почему? Потому что им нужно было то, что факт, то, что планета Х, как я говорил, это была нейтронная звезда, это агарок второй звезды, которая была в Солнечной системе, которая в свое время взорвалась. Солнечная система, когда это была просто двойная звезда, без каких-то планетарных систем, планет. И в свое время спутник Солнца взорвался, и выброс масс материи этого второго спутника, тоже звезда, образовали планеты нашей системы. А агарок этой звезды в виде нейтронной звезды небольшой, 3600 километров диаметр этой звезды, хотя масса не менее солнечная, если не больше. Она, естественно, после взрыва стала маленькой планетой, и орбита ее резко изменилась, и вот она под большим углом уходила, и каждые 3600 лет это уходила в плоскость планетарной системы Солнечной системы. Вот. Это периодично было 3600 лет. Вопрос. Если она ушла, 90 градусов повернула в 2003 году, точнее в 2002 конце. Вопрос. 90 градусов. Каким образом она могла оказаться сейчас? И она опять повернула куда-то? Это все, скорее всего, это направлено на то, чтобы людей подготовить к тому, что вот планета Х, потому что то, что планета Х в 2002 году, в 2003 повернула 90 градусов, средства массовой информации вообще не сообщали. Хотя все данные, потом, что интересно, через некоторое время все данные там же в интернете, что когда-то эта планета вообще приближалась к Земле в 2002 году, стерли. Просто взяли, убрали. А тут вдруг появляется опять и так далее. Чем это связано? Это, скорее всего, связано с двумя причинами. Первый вариант – это они хотят преподнести, что вот планета Х, которая уже ушла давно, это вот они поработали, и вот нашли какую-то систему, и вот они добились, что спасли человечество, чтобы опять дальше всех дурачить. Это первый вариант. Второй вариант – они пытаются таким образом преподнести катастрофу, которая грозит в 2012 году, тоже приближается облако кислотное, которое зацепит Землю и может расщепить всю Землю. И вот они очень, так сказать, об этом беспокоят. И подают это именно опять в таком виде, чтобы можно было потом преподнести, что вот они такие хорошие взяли и по человечеству побеспокоились и спасли человечество. Чтобы потом сказать, а вот вы нам теперь все обязаны. Мы вас спасли, а теперь вы должны быть нашими рабами навечно. Как будто и так не рабы, да? Дальше. Ну, здесь по поводу бизнеса спрашивают, мелкого и среднего, но это долго разговаривать, и для того, чтобы что-то действительно сделать, нужно менять многое в самой системе, потому что в существующей системе это невозможно сделать. Является ли продолжающий обман церкви в отношении личности Иисуса Христа и его деятельности основанием для подачи иска? В принципе, является, в принципе, стоит ли это делать или нет. Важно, если просто подать иски, получить, что они сделали ложь и тому подобное, ну что-то изменится. Нужно именно менять свое мировоззрение массовое, а не в суды, так сказать. Хотя в свое время придется, наверное, и тоже делать такие вещи. Просто здесь очень много, вопросов, просто я не могу отвечать на вопрос одного человека, я тогда должен другие вопросы. Может, в следующий раз отвечу тоже дальше. Следующий вопрос. На встрече читателя приходят и приходят в основном те, кто стоит в движении. Но это неправда. Далеко не все приходят на встречи. Движение – это встречи отдельно проводятся. А встречи с читателями не значит, что не приходят, кто в движении присутствует. Это многие приходят тоже, но очень много приходят именно действительно читатели, которые не стоят в движении. Это первое. Второе – вопрос типа насчет блокировок. Я действительно снимаю, кто желает в зале находящийся. А развитие мозга происходит не от того, что я трансформацию мозга делал. Я это не делал никому, даже участникам движения, по многим причинам. Потому что человек сначала должен доказать своими делами, что он достоин получить трансформацию мозга. Потому что когда я делал раньше просто трансформацию мозга, кто хотел, это показало, что это ошибочно. Потому что люди очень, если человек не готов к этому,
то это даже многих людей, которые изначально были ну, в нормальном понимании хорошими, очень быстро трансформируются, потому что они не готовы к тому, что получают, потому что возможности получают силу, власть определенную. И если человек к этому не готов, то он разрушает и его, и окружающих, а это недопустимо. Поэтому, если это будет проводить школа, то она будет тоже несколько этапов. Это, в первую очередь, это понимание, потому что без понимания никаких перестроек мозга делать нельзя. Это значит, что ребенку дать кнопочку ядерного чемоданчика и сказать, что еще не нажимайте на нее. Понимаете, что он сделает. Поэтому в зале я не делал мозгов перестроек по одной простой причине, что, во-первых, моя задача людей пробудить от сна, а не приманить их приманкой, что вот придите, всех, кто придет, я в мозги перестрою, мне это не нужно. Потому что если люди приходят за этим, здесь им делать нечего. Потому что наша задача не то, чтобы человек получил что-то, а чтобы человек начинал бороться и за себя, и за других. То есть мы делаем дело не личного плана, а дело, которое нужно страны. А для этого нужно не мозги перестраивать в первую очередь, а начинать с самого себя, начинать становиться активными, начинать понимать, в первую очередь должно быть понимание. А потом, когда придет время, те, кто понимает, что захочет пойти дальше, будет множество уровней, каждый будет проходить тесты, обучаться, и когда он подтвердит, что он действительно достоин идти следующей ступени, следующей будет движение. А так, как раньше, вот хочу, приходи, сделаем. Опыт показал, что это отрицательно. Люди, к сожалению, должны быть готовы к тому, что им дается. Моя наивная юношеская мечта и идея, что вот человек, когда я думал, вот если человек соприкоснется с чем-то таким, это же такое потрясающее, так изумительно. Он должен, все черное, все гнилое должно отвалиться, знаете, как шелуха. К сожалению, ничего не отвалилось, а еще больше привалилось, к сожалению, во всех практических случаях. Это редчайшим исключением. Поэтому я делаю сейчас. Самое главное – подготовить человека, чтобы человек был просвещенным, чтобы у него возникло понимание, просветление знания, когда он понимает. Вот когда будет понимание, если при этом будут еще другие возможности, вот тогда действительно имеет смысл. А возможности без понимания – это тупое оружие и опасное. Поэтому недопустимо. Так, следующий вопрос. Блокировки будут убираться только тех, кто захочет, чтобы они убираться. Для этого вам просто нужно мысленно подумать, хочу, не хочу. Не хотите, оставайтесь с блокировкой. Никто вам навязывать ничего не будет, зомбировать вас никто не собирается. Мне это лично не нужно. Поэтому все желающие, кто захочет освободиться от блокировок, просто подумайте о том, что я хочу, и все. Опять-таки, с учетом того, что я сказал, постараюсь убрать максимум, что возможно. А те, кто не хочет, просто сидят и ничего не произойдет. Никто вас расстреливает за то, что кто против советского замечательного фильма «Еще не мой», не говорит, действовать не будет. Так что, если кто готов, просто каждый пускай подумает, сосредоточится и решит для себя, и все. И это несколько секунд, это недолго. Готовы? Так что все, кто готов, поехали. Ну вот, и все, и не больно. Вот, так что я благодарю всех, кто сегодня прибыл. Так, еще совсем последняя вещь. Тут у нас сегодня приехал победитель Олимпиады прошлой, которого не было, и, так сказать, его награда сейчас догоняет. Я хочу пригласить Кондракова подняться на сцену и получить свой приз, который он заслужил.